Камила Карвальо, первая женщина-трансгендер, которая возглавит на карнавале в Рио шествие одной из школ самбы. Вагнер Карвальо, так при рождении назвали Камилу, впервые принял участие в параде, когда ему было 14 лет. Впереди его ждали 4 пластические операции и долгий путь принятия себя. Когда я иду в булочную, люди приходят поглядеть на меня. Посетители ночных клубов не привыкли к таким, как я. Все, что кажется им иным, вызывает у них сопротивление. Представители ЛГБТ-сообщества в Бразилии регулярно подвергаются насилию. Только за прошлый год в стране были убиты более 170 трансгендеров. И в этих условиях Камила надеется, что карнавал поможет людям стать терпимее друг к другу.